А то давайте потихонечку определимся, насколько мы круты. Походу реально круче всех. Сейчас я объясню. В руле по сути один человек. Правильно, в руле. В 90% случаев снимает он же. И вот эта самая ситуация в маленьком городе говорит о многом. Но чтобы жить круто, надо вертеться. То, о чем я вам говорил, имеет место быть. Вы измочаренный общением человек. Вот оно как. Но зато потом вы можете вот так вот оторваться, как я это делаю, и мой замечательный Максим Смирнов. А теперь мысли для дебилов. В программе «Автостоп» 16-й год как идет. Сколько машин пострадало? Ага, есть такое. Две машины, одна из них уникум, другая так. Во как. И это из 450 автомобилей. Или более того, я не считал. Из них все, естественно, проданы. Во как. Мотоциклов штук 50. Квадрики, вот с ними сложности, две штуки. Остальное продано. Вот вы и должны понять, что вы нам отдаете машину, и машина продается. Ну, иногда такое случается. Это мы про квадрики говорим. Вот так вот. Не сильно они и переворачиваются. То бишь, господа, работать с нами – это изумительный результат. Вы что-то хотите продать, естественно, и оно продается, и вы понимаете новое качество жизни. И люди видят ваши машины и покупают их, так же, как и то, что вы продаете. Мы вам говорим о исключительном качестве нашей изумительной передачи.